Вітаємо вас, шановне товариство. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ. Науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку. Студія доцент Сумського державного університету, голова правління громадської організації Фонд регіональних досліджень Олег Туляков. Шановне товариство, проблеми сталого розвитку, вони пов'язані з проблемами комфортного проживання людей з різними національностями, людей різних вірувань та людей з різною ментальністю на певній одній території. Україна різна. Україну населяють різні люди, це факт беззаперечний. На жаль, багато політиків, в тому числі політики-авантюристи, використовують цю обставину для досягнення своєї певної мети. Ми сьогодні поговоримо ось про що. Ми спробуємо розкрити тему, як забезпечити комфортне проживання людей різних національностей у нас тут, на території Сумської області. У нас в студії сьогодні постійний експерт нашої передачі, учасник громадської організації Фонд регіональних досліджень Валерій Іванович Борзунов. Доброго дня, Валерій Іванович. Добрий день. Валерій Іванович, ну, наша громадська організація реалізовує проєкти з ромської проблематики. Як відомо, на території Сумської області проживають люди ромської національності. Ми реалізували два проєкти за підтримки Міжнародного фонду відродження. Один проєкт стосувався посилення інституційної спроможності ромських громадських організацій, тобто ми сприяли залученню ромів до громадського життя. Другий проєкт щойно закінчився, 7 ромських адвокатів був присвячений посиленню правової спроможності представників ромських громад. Ось, виконуючи проєктні завдання, ми щойно утворили центр сталого розвитку ромських громад, і ми плануємо, що він буде накопичувати та ділитися досвідом по території усієї України, можливо, і Східної Європи. Ця проєктна діяльність велася на основі ваших ідей, частини вашої концепції сталого розвитку, тієї частини, яка стосувалася забезпечення комфортного проживання різних людей на одній території. Я думаю, було би доцільно для наших телеглядачів зараз освітити основні положення цієї частини концепції. Ну, дійсно, ми в течение там, 2 років предлагали і роз'ясняли основні направлення устойчивого розвитку регіонального. І ця концепція осуществляется по нескольким направлениям. Направление первое – это внешнеэкономическая политика, то есть насколько Украина позиционирует себя в новом мировом устройстве и насколько эта политика обеспечивает устойчивое развитие Украины. Это одно направление. Второе направление – это внутренняя политика, которая как раз вот определяет те проблемы, о которых вы затронули. Это проблемы разности Украины, то есть проживание групп населения разной ментальности, разных исторических ценностей, разной веры, разной этнической принадлежности, то есть вот эта вот ментальная часть. И разные особенности развития, экономические развития регионов. То есть если мы говорим, допустим, там Закарпатье, Восток, Юг, Донбасс и так далее, там явно просматриваются разные векторы экономического развития и разный экономический потенциал. То есть вот эта вот совокупность разностей, оно, с одной стороны, может при правильном подходе, может быть, давать ну, такой потенциал усиленного устойчивого развития, а может быть, источником конфликтов. Вот мы на сегодняшний день, к сожалению, переживаем как раз бум вот этих конфликтов и на внутреннем пространстве, и на внешнем. Вот, касаясь той тематики, о которых вы говорите, связанные с национальными меньшинами, то мы сегодня наблюдаем эти дестабилизирующие процессы, особенно вот в Европе. Это связано с миграционными потоками, трудовой миграцией, эмиграцией, просто, как говорится, движением в связи с глобализацией. Понятно, что глобализация дает не только свободное движение капиталов, но и свободное перемещение трудовых ресурсов. И вот на сегодняшний день Европа уже столкнулась с тем, что
по сути, она стала монокультурной. Вот проблема, а как в рамках, извините, поликультурной, как в разности культур создать какую-то общность. Эта проблема становится на уровне национальной безопасности Европы. Вот точно так же у нас возникают эти проблемы на территории Украины. И в частности, вот с той конкретной тематикой, о которой вы говорите, это проблема национальных меньшин, ромской в частности общины. Те проекты, которые вы провели, вот это правозащитные проекты, там, вовлечение в активную жизнь, они, конечно, ну, изменяют или дают возможность какой-то адаптации, но это не социально-экономическая адаптация, это не трудовая адаптация, это не вписывание ромской общины в трудовые отношения и в экономику, в бизнес той территориальной громады, которая должна быть создана в Сумах. Вот я так бы охарактеризовал эти проблемы на сегодняшний день. Насколько я правильно вас разумею, ота різність, це може бути плюсом і може сприяти сталому розвитку у мудрих правителів, да? А у, ну, скажімо так, не те, що не мудрих, а безвідповідальних правителів ця різність може бути використана для розділу нації, для чвар та ось для усіляких негараздів. Ну, безусловно. От візьмемо навіть, допустим, от економічну різність. Вот когда мы говорим о Сумской области, то, как бы мы ни говорили, но мы исторически связаны с вектором развития на восток. Когда мы говорим, допустим, о Закарпатье, там исторически связано, этот вектор все-таки движется на Европу, там, на Венгрию, Польшу там, и так далее. Вот два вектора. При, как говорите, мудрой политике мы строим систему так, что эти два вектора имеют однонаправленность на устойчивое развитие территории. Если мы действуем по политике разобщения этих разниц, то это два противоположных вектора. Два противоположных вектора дают конфликт. Вот то, что мы на сегодняшний день имеем на территории Украины. Добрый, Валерий Иванович, у нас на территории Сумской области проживают ромские громады у 7 районных центрах. Давайте поговорим про Сумскую ромскую громаду. Она наиболее многочисленна. Она проживает на Баранівці. И вот на розвиток тієї ділової бази, яка була накопичена внаслідок проєктів за підтримки Міжнародного фонду відродження, і з метою реалізації проєкту з ромської проблематики, який зараз йде за підтримки фонду «Пам'ять, відповідальність та майбутнє» Німеччина. Оце проєкт, німецький проєкт, він зараз свідчить про те, що там проблеми зараз загостряться, ці проблеми зайвих людей, про які ви говорите і про які зараз я би просив вам розповісти. Ми звернулися до вас, ми зібрали засідання Центру сприяння регіональному розвитку, звернулися до вас осмислити цю ідею та запропонувати вам, щоб ви запропонували напрями діяльності цього Центру сталого розвитку ромських громад, спробувати, я не знаю, напевне, вперше в історії, ну, я принаймні не знаю аналогів, вперше в історії спробувати поставити задачі соціально-економічної адаптації, скажімо так, спільного господарювання ромів та українців і людей інших національностей ось там, на Баранівці. Ви представили своє бачення, ви його осмислили. Дякуємо вам, ви представили своє бачення. Зараз хотілося, щоб ви виголосили це бачення перед нашими телеглядачами. Ну, во-первых, те предложения, вот такие концептуальные направления, которые я озвучил, там, либо предложил, вот, они имеют под собой уже определенную основу, какой-то потенциал. Ну, основа там первая, вот то, что вы провозгласили, что уже проведена работа по активизации тех людей, которые там есть, по правовому нигилизму, там, преодолению и так далее. То есть на основании этих двух проектов сформирован какой-то актив. То есть это не просто вот община разобщенная какая-то, а там есть люди, активно настроенные, активно подготовленные, которые могут дальше развиваться. То есть мы можем явно иметь продолжение этого проекта. И продолжение этого проекта, безусловно, должно двигаться уже в социально-экономическом направлении.
потому что без вливания этой общины в общую территориальную громаду, которая будет создаваться в Сумы, без создания вот трудовых отношений, ну, попросту говоря, рабочих мест и устойчивого развития, никакой адаптации, естественно, не будет. Это первое. Вторая особенность то, что это не просто национальная община, которая там размыта по территории. Это территория компактного проживания этой нации, этой национальности. То есть, ну, насколько я знаю, там более 1000 дворов, то есть это семей, которые проживают, это и старейшины, и люди там среднего возраста, и достаточно большое количество молодежи, которые, ну, кто-то уже имеет свою нишу, кто-то стал достаточно известными людьми, активными, там тот же Жадан, допустим, и так далее. То есть есть символы, на которые ориентироваться. Есть молодежь, которая учится в институтах, и перед ними стоит проблема оставаться здесь, в этой, ну, неразвитой общине или куда-то выезжать. То есть есть потенциал, который этой общины от компактного проживания, который может быть тоже основой. И третья основа – это специфика этого района Барановка в том, что там достаточно мощное, ну, я говорю, так, дачное поселение. Это, по сути, индивидуальные хозяйства, объединенные уже в определенный кооператив, которые ведут хозяйственную деятельность, в которых не только там заняты проблемой участков, хозяйственных на своих участках, но это семьи, дети, бизнесмены, люди, которые там работали в разных государственных учреждениях, научных и так далее. То есть это человеческий капитал, я называю это инвестиционным человеческим капиталом, который тоже может быть в основе создания вот такого территориального кластера. Вот, имея три таких вот фундаментальных оснований, я вижу, что здесь есть потенциал объединить их с задачей совместного развития и совместного социально-экономического адаптирования. Вот, в чем, в принципе, может заключаться вот эта совместная хозяйственная деятельность? Ну, во-первых, я уже сказал, это кооператив, который уже создан. То есть и ромские традиции, которые тоже имеют свои исторические последствия по хозяйствованию. Вот как объединить с выращиванием этой продукции, с первичной переработкой, с углубленной переработкой, с оптовой торговлей, с самокредитованием, допустим, создание кредитных союзов и так далее, с проектов, которые обязательно вокруг бизнеса раскручиваются, инфраструктурных, социальных проектов, потому что на территории Барановки, ну, дефицит полнейший инфраструктурных проектов, начиная там от аптек, там, медицины, стоматологических кабинетов и так далее. Вот как это объединить? Есть над чем поработать. Проблема молодежи, а за счет чего может молодежь оставаться на этой территории, а не уезжать там в Польшу, Венгрию или даже вообще в другие города на территории. То есть мы можем просматривать экономические направления, связанные с экономикой будущего, допустим, цифровая экономика. Мы можем повторить вот опыт, который в сегодняшний день есть, в создании специальных там лабораторий IT-технологий в школах для того, чтобы, начиная с детского поколения, выращивать ту молодежь, которая будет адаптироваться уже в будущей экономике, а не в настоящей, как мы говорим, вот в кооперативной. То есть вот этот потенциал я вижу достаточно мощный, и предпосылки для создания вот такого эффективного территориального объединения, я называю это микротерриториальный кластер, мне кажется, достаточно хороший, и грех бы было от него не воспользоваться, вы правильно говорите. Это аналогов такого вот объединения я пока не знаю. Да, тем больше, что вот, я на розвиток ваших идей хочу сказать наступне, что вот тут, на цій Баранівці, в Сумах, можна показати приклад сталого розвитку, який би використовувався на території і України, а можливо, і у державах пострадянського суспільства. Тому хотілося б перш за все поговорити про ті складнощі, з якими, можливо, ми будемо стикатися у процесі впровадження цієї ідеї.
Ну, трудности мы, в принципе, уже начали об этом говорить. Ведь наличие потенциала, вот то я там три фундаментальных таких вот направления характеризовал, это не значит, что все пойдет гладко. Потому что, ну, во-первых, должно быть желание самой громады участвовать в этом деле. Вот я заметил по предыдущим проектам, что все-таки вот такой феномен есть, что дайте нам гроши, а мы там как-то уже будем осваивать. Это не только специфика там ромской общины. Я посмотрю, как развиваются территориальные громады. Дайте нам гроши, разработайте нам. Это я называю там, извините за сленг, это халявные деньги. Вот эффективность таких объединений зависит от того, чтобы община сама участвовала в этом, сама участвовала в софинансировании, тогда это будет залог какого-то успеха. Это первая проблема. Вторая проблема, нужно обратиться вот к этому партнеру, как говорится, бизнес-партнеру, кооперативу, потому что там тоже не все так просто. Кто-то поддержит, кто-то не поддержит. Нужно доказать, убедить о том, что совместное развитие возможно. И третья проблема, когда я говорил о устойчивом региональном развитии, я говорил о том, что сама объединенная территориальная громада должна объединять субъектов, объединять этих разностей. То есть здесь очень большая роль администрации местных органов власти СУМ, администрации области, потому что, я говорил, внешние проблемы – это тоже дестабилизирующие факты. Вот надо, чтобы местные власти тоже понимали это и участвовали. И эмоциональная поддержка, и интеллектуальная поддержка, и софинансирование. Вот если речь идет о финансировании, так это получается три таких вот составляющих. Там донорское финансирование, самофинансирование общественных хозяйственных субъектов и участие в финансировании местных органов власти. Вот это трудности, которые нам предстоит, конечно, преодолеть. Но если это преодолится, я вижу, что эффективность будет достаточно большая. Да, ви знаєте, то, що ми намагаємося донести наші ідеї, намагаємося донести необхідність принципово кардинальної зміни взагалі світогляду, погляду на майбутнє. Іноді нам приходиться доводити необхідність взагалі думати про майбутнє, бо люди мислять, ну, зокрема, деякі представники влади мислять, як ви правильно говорите, періодом свого перебування при владі. Ну, те, що ми доводимо, і те, що поки, на жаль, не зовсім адекватно сприймається, на мій погляд, саме життя зараз доводить необхідність ось цього кардинальних змін. Рівень життя і надалі падає. Ми бачимо, що як кращі люди в плані інтелектуальному і в плані такої мотивації до конструктивної діяльності покидають Україну. А з ромською громадою ми зараз реалізовуємо проєкт при підтримці німецького фонду «Пам'ять, відповідальність та майбутнє». Ми бачимо також, вони дуже серйозно замислюються над своїм майбутнім. Тут нещодавно був молодий ром, активіст, волонтер Микола Матусевич. Він висловив свою готовність брати участь в цьому проєкті і прямо сказав, він студент університету, я готовий навіть сайт створити та супроводжувати цей сайт. І там є розуміння. Просто от дійсно проблема в тому, щоб реалізувати, щоб довести необхідність цієї реалізації. І, на мій погляд, ще проблема в тому, що люди мають усвідомлювати, там же треба працювати, правильно? Це не просто сказати, там, ну, кивнути головою, да, ну да, вони та згодні. Ми розглядали це питання на засіданні центру, всі погодилися, а далі ж треба працювати. Не тільки брати участь у софінансуванні, але ще брати участь в безпосередній діяльності. На мій погляд, тут у цьому проєкті головне ось навчання, підготовка цих людей, які би утворювали далі цю діяльність. Ви навіть говорили про те, що цей центр має, у нього є ознаки консалтингові. Ось хотілося б, щоб ви на цьому зупинилися. Да, от то, що ви обозвали центром устойчивого розвитку цього територіального кластера, це таке от, ну, гуманітарне направлення в общем інвестиційному або бізнес-проєкті. Проблема специалистов и проблема подготовки кадров, ну, это, по сути, начальная проблема. Не решив ее, мы дальше не продвинемся. Вот опыт объединенных территориальных громад показывает, что почему они сейчас сосредоточились
на текущих задачах, я это называю, проекты освоения бюджетных средств, дотаций и субвенций. Вот дайте, мы их... С одной стороны, это положительный такой момент, то есть текущие проблемы столько много, что там есть на чем сосредоточиться. Но с другой стороны, для чего нужна стратегия? Чтобы она не зависела от бюджета людей в управлении в этом году, в следующем году. Чтобы была преемственность, мы знаем, куда мы идем. Появилась новая власть или появились другие люди, но мы знаем дорожную карту, куда мы движемся, а ее сейчас нет. А для этого нужны специалисты. Вот нехватка специалистов в объединенных территориальных громадах в сфере проектного менеджмента, по сути, превращает их в оперативных управленцев. Вот они в течение года что-то пытаются управлять бюджетом, как я думаю. Вот в ромской общине мы обязательно должны пойти по другому пути. Из этой же общины мы должны сформировать специалистов. То есть должна быть целая программа, я ее называю, обучающих курсов в области устойчивого развития, в области территориальных кластеров, в области инвестиционного менеджмента, финансового менеджмента и так далее. С тем, чтобы вот комплекс этих знаний специалистов разных, может быть, профессий превратили в проектного менеджера. Вот, и важно, чтобы это были именно из ромской общины. Это первый этап, после которого можно начинать, собственно, заниматься проектированием и реализацией самого проекта. Я ще ось про що хочу сказати. Багато хто говорить про те, що ось про толерантність, порозуміння, про те, що ось інтеграція ромів там у місцеві спільноти, ми маємо один одного поважати, культуру, традиції, все так. Але на моє глибоке переконання, і хотілося б знати вашу точку зору, ось ця інтеграція, це порозуміння. Ось реально, знаєте, з таким гамбурзьким рахунком, вона можлива тільки у форматі спільного господарювання. Ось коли у людей буде якась спільна справа, причому це має бути саме економіка, якісь там громадські проєкти, і навіть не культура, і навіть не там пісні, там, і танці та інші форми творчості, а саме економіка, господарювання. Ось якщо на Баранівці утвориться щось таке спільне, україно-ромське, там же є і кооператив на дачі, да, який свою діяльність здійснює у сфері охорони, ну, збирання членських внесків, там, постачання, обслуговування цієї електричної мережі і водопостачання. Він же може здійснювати функції і інші, і саме спільного економічного розвитку. Ось якщо цей синтез на Баранівці відбудеться, це буде набагато більшим свідченням того, що ось така інтеграція можлива і яскравий приклад буде такої інтеграції. Як ви вважаєте? Ну, розумієте, це навіть от... Это даже не спорный вопрос. Это, кажется, теоретические основы экономического развития. Когда мы говорим, что является основой экономики, фундаментом, мы говорим о развитии. Мы говорим, фундаментом является экономика, а политика – это настройка. А что такое экономика? Это не просто движение материальных и финансовых потоков. Это взаимоотношения людей. На этом строится экономика. Нет взаимоотношений людей, нет трудовых отношений, нет экономики, как бы ты ни двигал этой материальной основой. Поэтому, когда мы создаем даже микрокластер, мы в основу должны заложить отношения, трудовые экономические взаимоотношения между субъектом проживания на этой территории, и только тогда мы можем говорить о возможном успехе. Поэтому здесь очень важный этот момент взаимодействия этнических людей, хотя в экономике этническая теряется, но ромской общины, и тех людей, которые там постоянно или временно проживают. И это есть основа создания большой территориальной громады, потому что там точно такая же есть проблема. У нас есть этнические меньшинства другие, у нас есть азербайджанское меньшинство, это самое израильское меньшинство, у нас разные религиозные есть общины, которые могут взаимодействовать в рамках вот, культурных, это тоже очень важно, но очень важно, чтобы они вливались в экономическую платформу всей территориальной громады. То есть это такой вот многогранный проект, мне кажется.
Дякую, Валерію Івановичу. Дякуємо взагалі вам за те, що ви долучаєтесь до цієї діяльності та вносите такі пропозиції. Я би хотів також подякувати всім тим активістам, експертам, подякувати ромським активістам, які зараз залучилися до цього дискурсу, розмови навколо діяльності Центру сталого розвитку ромських громад. Ми дякуємо вам, шановні телеглядачі, дякуємо за увагу. Ми сподіваємося, що тема, яку ми сьогодні підняли, ми підняли близько вам. Ми сподіваємося, що вам було з нами цікаво. Тож, до нових зустрічей, не менш цікавих зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення.